Ага, вы видели, там пролетела ведьма. Что, тебя знобит? Бугу, ты трусишься? А вы сейчас будете получать приветики. Всем привет, друзья! Вы на канале Ушастик Kids, и сегодня мы с вами отправимся к нашему маленькому котику Бубу. Бубу, что ты бегаешь туда-сюда? Дай-ка я тебя немножко потрясу. А, в туалет ты захотел? Давай скорее. Давай, скорее, там надо уже слазить с горшка. Вот так. Так, надо смыть же. Вот так, отлично. Давай-ка мы тебя быстренько искупаем. И сейчас мы, ребята, пойдем его переодевать. Вот, намылились, смываем. Отлично. Бубу, а ты у нас что-то и уставший, голодный. Давай-ка мы тебя напоим. Вот так. И повеселел он у нас. И спать больше не хочет. Вот так мы устроили маленький челлендж с зельями. Все зелья напились. И теперь можно идти спокойненько по... Ой, что у тебя тут за мусор? Давай-ка его скорее выкинем. И... Ого, тут грязи. Ничего себе. Бубу, у тебя даже умерла рыбка. Надо скорее ее разбудить. Вот так. Отлично. Кто-то тебе звонил там, да? Не захотел нам рассказывать Бубу, кто ему позвонил. О, бриллиантик. 5 бриллиантов, отлично. Ну что, пойдем теперь на... Ой, подождите, пока мы никуда не пойдем. Сначала порядок везде надо навести. И давайте-ка мы его переоденем во что-нибудь. Так, для начала разденем тебя полностью. Теперь давай выберем тебе какую-нибудь шерсть. Прикольную, красивую шерсть. Ну-ка, какую? Давайте вот такую шерсть снежного барса. Нет, такую мы вообще не будем брать. Мы можем взять что-нибудь типа вот такого. Ага, нам говорят, что монеток у нас нету. Ничего, мы сейчас купим монеток. Нам хватит аж на, ну, вот такую купим, за 220 бриллиантиков. Отлично. И теперь давай одевать тебя. Шерсть меняем. Трехцветную шерсть поставили. Отлично. Теперь давай-ка тебе подберем какую-нибудь рубашечку или маечку. Ух ты, ух ты. Наверное, пойдем на, ребята, в деловом костюме. Вот в таком. Или побудем мушкетерами. Вот такой у нас может быть мушкетер, вот такой. А можно быть в костюме индейца. Вот такой, может, я купим. Да, давай вот такой. Отлично. Теперь давай-ка мы тебе посмотрим, что у нас есть на голову. Ну-ка. Ух ты, шляпа тут модная есть. Можно вот такую модную стрижку тебе сделать. Во! Прикольно выглядишь, Бубу. Так, ну на хвостик мы тебе ничего надевать не будем. Ну-ка, галстуки, бабочки. Может быть, тебе вот такую бабочку. Черную. Да, давайте вот такую. Прикольно смотрится. Так, только глазки мне твои как-то не очень, кажется, подходят под этот костюм. Ну-ка, может быть, вот такие. Нет, коричневые они не выделяются даже. Ну-ка, зеленые. О! А вот зеленые глаза как раз нам идут. Все. Теперь можно отправляться на прогулку. Пойдем посмотрим, что же он... Ой, подожди, а что-то мы тут давно ничего не сажали. Бубу, тебе аж плохо стало, да, от того, что ничего не выращивается. Сейчас мы все засадим. Вот так. Сейчас уже пора огородов. Пора уже всем убирать. Наверное, многие ребята на огородах копают картошку. Ребята, есть такие? Обязательно напишите в комментариях. Так, ну что, корову мы доить не будем, да? По-моему, это не слишком весело. А давайте малину посадим. Так, Бубу, рыбу ловить мы будем? В костюме индейца, наверное, надо бы половить рыбку. Индейцы любят рыбу. Давай, поехали. Вот они начали уже первые лососи прыгать. Вот так. Отлично, или это... Это лосось или это кита, ребята? Я вот не знаю. Путаю немножко эту рыбу. Ой!
по скату ударили, и нас тут же отобрали жизнь. Так, еще один скат, и еще один скат. Да сколько ж вас? Так, отлично. Во, сразу двух. Ай, и опять ската зацепили. Так, рыбок еще подрежем чуть-чуть. Щучки летают, отлично. Вот сколько тут рыбы прыгает, а? Ребята, а кто из вас когда-нибудь был на настоящей рыбалке? Напишите, пожалуйста, что вы поймали и какого размера. У меня, вот, сколько я не ходил, большой рыбы, очень большой, прям никогда не было. Самая большая, наверное, ну, около килограмма были карпики. А так все маленькое. Ну, я думаю, что подписчики наши меня превзошли наверняка. И ловили очень большую рыбу. Так, отлично. Так. Ай, последнюю жизнь мы потеряли. Нет, продолжать мы не будем, мы лучше пойдем дальше. Поехали, Бубу. О, лес. Попрыгаем. Не захотел Бубу прыгать в костюме индейца. Поэтому будем прыгать раздетыми. Лазить по веточкам. Так, давай аккуратнее, уже веточки пошли надломанные. Ай, чуть-чуть разогнался, ребята, и упал. Ну ладно, по веткам мы тоже попрыгали. Поехали дальше. О, а давай-ка вот надпись на досточке у нее. Не беспокоить. Но мы же вредные. Мы обязательно побеспокоим. Ага, вылезла. Что ты там смеешься? Ругается крыса на нас, ребята. Ну-ка, еще чуть-чуть. Зато Бубу веселый. Поехали дальше. О, сырный домик. Давай-ка построим для мышек. Так, отлично. Первый этаж прям ровненько лег. Вот так. Так. Выше, выше и выше. Ребята, еще мне интересно, какие у вас самые высокие дома, сколько этажей? У нас, например, в Курске самый высокий дом – это 17-этажный. Может быть, у кого-то в городе есть гораздо выше дома? Ну-ка, сможем мы хотя бы 17 этажей построить. Но 17, я думаю, это вообще не проблема. Вон, крысы выглядывают. Так, отлично, уже пятерное комбо мы набрали, шестерное. Ускоряемся. Ой, потерял кусочек. Так, отлично. Строим, строим огромный высокий дом. Ой, еще кусочек потеряли. Так, что-то мы ушли в сторону. Опять кусочек потеряли. Ну, в принципе, сырный дом, он не должен быть слишком высоким. По той причине, что нам-то много крыс не надо. Ни крыс, ни мышей. Если мы слишком большой построим, то их будет слишком много, и они будут прибегать постоянно к нам. Вот так. Ай-яй, потеряли еще этажик. И еще выше. Отлично. Ой, еще этаж потеряли. Аккуратней. Ай-яй-яй, первую жизнь потеряли. Так. Так. Ай. Промахнулся, скинул куда зря. Ничего. Еще пока у нас есть одна жизнь. Давай, давай, давай. Ай, последний кусочек остался. И все, последняя жизнь у нас закончилась, ребята. Ну ладно, ничего страшного. Поехали дальше. Так, у нас... Ага, миссия выполнена. Отлично, нам дали 25 монеток, ребята. Мы выполнили первую миссию. Так, а что здесь с шариками? Я вот не помню даже, как тут играть надо. А, похлопать шарики тут нужно. Ай, Бубу упал на попку. Ну ничего. У нас еще есть две жизни. Так, по одному шарику. Ай-яй-яй, аккуратней, Бубу. О,
Сразу много шариков хлопает, а? Так, ну-ка, сможешь сразу три шарика взорвать? Смог, отлично. Нам бы еще четыре шарика сразу. Три. Два. Ох ты! Ребята, я даже не успел посчитать, сколько же шариков он за один раз взорвал. Фу-фу. По-моему, за такие прыжки я просто обязан купить тебе новый мобильный телефон. Сейчас пойдем в магазин. Так. Вот, два шарика еще взорвал. Давай. Ай-яй-яй-яй, промахнулся, не смог поймать Бубу, он стукнулся. Так. И вот тут еще надо чуть-чуть. Ай! Ну и ладно, ничего. Поиграли, рекорд новый поставили, и можно продолжать дальше идти. Поехали, Бубу. О, баскетбол. Обязательно надо зайти. Давай-ка. Раз. Ну-ка, нам надо попасть обязательно в оба кольца. Вот она, первый мячик у нас залетел. И кольца начали двигаться. Так. Да что ж такое, Бубу. Не могу попасть в твои кольца абсолютно. Посмотри, мячики из них просто выпрыгивают. Вот, наконец-то еще попал. Так, отлично. А давай мы лучше попробуем от стенки. Вот так, попал. Отлично, но нет, куда зря полетел мячик. Вообще даже не ударился об колечко. Ну что ж ты так-то отлетаешь, а? Плохо. Во, здесь попал. Совсем плохо куда-то надлетит мячик, не хочет попадать в кольца. Во, еще хоть чуть-чуть попал. Все, время закончилось, ребята. Накидал я очень мало. Всего лишь 6 монеток взял. Ну и ничего, Бубу, поехали дальше. Так, где наш магазинчик? Так, здесь у нас лекарства, больничка. Маркет. Нет, здесь маркет нам не нужен. Петь мы тоже не будем. Банк. Фонтанчик, ну-ка, фонтанчик. О! Так, бутик нам сейчас не нужен, а вот магазин с телефонами обязательно как раз и нужен. Ну, я думаю, ребята, самый, наверное, подходящий сейчас у нас будет синенький телефончик. И вот такая мелодия. Отлично, Бубу. Ты теперь с новым мобильным телефоном. Так, а что же у нас здесь еще есть? Ну-ка, ух ты, футбол есть. Давай-ка в футбол поиграем чуть-чуть. Готов? Сейчас буду бить. Ну, есть, гол. Не подготовился ты, Бубу. Ой, куда зря я ударил. Вот так, еще один гол. И еще один. О, и первую монетку, ребята, я уже заработал. Вот сюда, отлично. Вот так. Чуть-чуть поймал Бубу, совсем немножко промахнулся. И опять совсем чуть-чуть. Вот. Отлично, с футболом у нас получается лучше, чем с баскетболом. Вот так. Да, Бубу, вратарь из тебя плохой сегодня. Не можешь, ты договорился. Ну-ка, ничего, у нас еще одна жизнь целая есть. Сейчас я тебе еще набью голов. Вот так. Отлично. Ты слышишь, как толпа кричит, как радуется, когда я тебе забиваю гол. Вот так. Отлично. И еще один. По-моему, Бубу уже совсем расстроен. Не может ничего сделать. Да. Вратарь сегодня никудышный из тебя. Отбил. Ну как так-то? Ну, новый рекорд зато мы поставили, Бубу. Отлично. Так. Бубу, а знаешь, что еще я придумал? Пойдем-ка мы сходим с тобой домой. Ну-ка. А ты не радуйся. Ты даже не догадываешься, что я тебе хочу купить.
А купить я хочу вот такое зелье. Ну-ка, ребята, давайте его скорее ему скормим. Вот так, выпивай. Все, покрылся сыпью. Вот так появилась, видимо, аллергическая реакция. Да, лечиться надо. Скорее давайте его вылечим. На, мери температуру. О-о-о, заболел, как и наша мама. Аккуратней надо, давай-ка мы тебе скорее немножко скинем температуру, собьем. И теперь дадим тебе таблеточек. О, отлично, температура уже в норме. Так, теперь давай-ка глазки закапаем. И второй глазик закапываем. Отлично. Ну-ка, а что у тебя тут в ушках-то? Ага, давайте сначала замажем ему вот эти прыщички. Надо их чуть-чуть вот так намазать. О! И они сейчас уже быстренько сойдут. Отлично. Давай. Оп! Почти готово. Бубу, почти вылечили тебя. Ой, а как это я пропустил тут вот эту? О! Что, тебя знобит? Бубу, ты трусишься? Видимо, ты сильно приболел. Отлично. Прыщичка уже больше нету. А теперь остались только вот эти бактерии, которых мы сейчас и уничтожим. Вот так. Куда? Назад, стоять. Ишь ты шустро. Так, готово. Отлично. И Бубу наш здоров. Бубу. Ну а что, по-моему, ты за сегодня уже много чего насмотрелся, много чего увидел. Купили тебе новый телефон, маши докторам пока и пойдем скорее домой. Ой, ты весь грязный опять. Не успели выйти из больницы, а Бубу уже весь чумазый. Отмываем тебя. Отлично, можно вылазить. И пойдем скорее в кровать. Ну-ка, запрыгивай. Давай шторочку закрываем. Ну и все, Бубу пусть засыпает, ребята. А вы сейчас будете получать приветики. Самые активные наши подписчики. Это Юлия Гармати, тебе привет. Вика Эдвардская, приветик. Марии Булгаковой привет огромный. Артему и Диме приветик. Настя Панкевич, Саша Бабаева, Наташа Корчакина, Салия Никонова привет. Оля Петрова привет. Веронике Забилиной приветик. Марине и Елене и Алине огромные приветы. А также Алине Богоенко, Насте Тарасевич, Таисии Ковалевой привет, Артемию Петухову, Ангелине Колесниковой, Наташе Корчакиной, Тане Сухачевой, Софии Пирог, Наташе Печеркиной, Ксюше Морозовой и Даше, Тиме и Лизе Иващенко огромный привет. Всей семьей нас смотрят, молодцы ребята. И, конечно же, Насте Зайцевой. Ребята, а все, кто не получил сегодня привет, не расстраивайтесь, пишите в комментариях, и вы его обязательно получите. А у нас, смотрите, Бубу приснится плохой сон, и давайте скорее поможем ему убежать от этой крысы. Так, крыса огромная в этот раз, Бубу совсем крохотный по сравнению с ней. Ой, чуть было не упали между домов. Беги, Бубу. Ага, вы видели, там пролетела ведьма. Ничего себе, вот это город. Какие-то ведьмы летают на метлах. Наверное, была Баба-Яга. И когда крыса прыгает на дом, посмотрите, она штрусится. А вон она опять полетела, вы видите? Оп, сюда, отлично. Даже НЛО летает, ребята. Ничего себе. Так, ты давай убегай, нам нельзя не пропускать ни звездочки, ни чтобы крыса нас догнала, нельзя допустить. Вот так, еще одна ведьма пролетела. О, рассвет уже скоро. Так, отлично. Давай, Бубу. Ай, пропустили одну звездочку. И она забрала 270 очков у нас. Крыса съела. Ух ты, крыса нас уже почти догнала. Эй, ты давай отставай. Это так нечестно. Мы должны от тебя убежать.
Вот оно уже и солнышко. Уже вот-вот. Мы добежим. И еще одну звездочку съела крыса. Конечно, ей проще, она больше. Так. Давай, давай, давай. Убегай, убегай, убегай. Ай, почти догнала нас крыса, ребята. Нет. Совсем немножко ей осталось. Ей уже осталось, грубо можно сказать, только вытянуть лапку, и она нас поймала. Но и до рассвета уже осталось совсем чуть-чуть. Бубу вот-вот проснется, и его крыса не успеет в его сне поймать. Так. Давай, давай, давай. Уже 40 монеток мы насобирали. И 7 тысяч. Вот, отлично. Бубу сбежал. Все, ребята, на этом мы сегодня заканчиваем. Всем пока-пока. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Всем счастливо.